контракт. Мы всегда можем маршрутизировать пациента здесь же, в нужное отделение. Дефицит кадров составляет 40% по врачебному персоналу. Действительно, это большая... Медсестры? Нет, врачи. Врачебных кадров прежде всего. По медсестрам здесь гораздо, ну, попроще. Кто в основном работает? Это выпускники медицинского, нашего, ионовского? Ну да, конечно, да. Разных годов. Кто-то едет к нам из соседей? Вы знаете, за последние два года приехало, например, трое врачей с северов. Это вот Норильск, это Коми, Воркута. Вот, соседи там Костромы не едут. Нет, как правило, так скажем, в Костроме. А у них есть медицинский институт? Ищу. Нет, медицинского института у них. А они где учатся, у нас? Они учатся либо у нас, либо в Ярославле. Ближайший Ярославль. С Украины у нас много приезжало народу в свое время. У нас в топ медицинских университетов. А вы как оцениваете? Я вас абсолютно согласен. Наш вуз очень достойный. Мало кто об этом знает, да, интересно. Ну, вот в этом году у нас 7 докторов. Мы трудоустроили 7 докторов. Ну, терапевтов, 2 педиатров. А сколько выпусков в год? 300 человек. 150 педиатров. 150. Они выпускают и лечебников, и педиатров, и стоматологов. Не комплект. То есть, несмотря на то, что действительно администрация и города, и районов оказывают поддержку, на скорой помощи в основном у нас работают фельдшерские бригады. Комплектованность полная. Полная, да. Но проблема, конечно, с транспортом. Это есть. То, что у нас как транспорт поступает, но, тем не менее, достаточно интенсивно используется. Потому что район обслуживания очень большой. И быстрый износ, конечно. Фактически за. Пока не было. То есть у нас за последний год поступило 4 машины, сейчас у нас 4 на ремонте. То есть, ну, однозначно мы рассказали о наших проблемах, которые существуют. Это прежде всего дефицит кадров в поликлиниках, это дефицит автомобилей скорой медицинской помощи, что также было услышано и обещано рассмотреть вопрос по обеспечению и машинами скорой помощи, и комплексный подход к решению кадрового дефицита. Действительно, больница большая, и все сразу же показать было невозможно, учитывая плотность графика, но тем не менее некое впечатление о Кинешемском здравоохранении Станислав Сергеевич составил. Сергей Александрович, а еще была озвучена проблема транспортной доступности, да, до некоторых населенных пунктов? Да. Также тоже это касается Кинешемского района, это наш отдаленный участок, Ильинская, Красногорский, Стиберская. То есть, по крайней мере, эту проблему мы также озвучили. Сейчас готовьте. Еще раз говорю, правительство внесен в бюджет. Там деньги на достройку этого предусмотрены. Это означает, что с этого момента вы должны уже организовать все процедуры, исходить из того, что деньги есть. А второй недостроенный детский сад, который вы увидели в этой области, всего их 3. То есть вот по этому объекту, я так понимаю, требуется поддержка областного бюджета. Мы решение приняли, что правительство внесено в бюджет, в областную думу. В этом бюджете предусмотрены деньги на настройку этого детского сада. Мы только что говорили с главой района, чтобы он уже начинал все процедуры с тем, чтобы в следующем году детский сад был закончен. По такому объекту, как мост, да, где тоже там какие-то недостатки, там какие недостатки проектной документации или недостатки в ходе исполнения? Настройки так часто бывает, проектировщики выдумывают того, что с реальностью не совпадает, поэтому через доп. Работы все равно объект, надеемся, будет сдан тоже в следующем году. Он по планам был, если мне не изменяет память, 1 сентября 2018 года. Вот на эти сроки мы и ориентируем. Я ориентирую и членов правительства, и главу района. Из дорожного фонда дополнительные расходы какие-то потребуются? Да, пока нет. Пока речь идет о том, чтобы посмотреть на документацию, там какие-то работы оказались лишними, какие-то наоборот надо сделать. Мы сейчас пока просматриваем что-то незначительное. Деньги, поэтому в дорожном фонде они также предусмотрены. Вот вы очень быстро перемещаетесь, мы в больнице не успели за вами. Но вроде как слышали, там есть проблемы, да, со скорой помощью, и вы в целом, видимо, ситуацию по области оценили. То есть вы можете прокомментировать по области? Там в конкретных
финишная проблема, что три скорые, а это они практически со 100% износом, остальные скорые тоже уже в неважном состоянии. Есть федеральная программа, будем в них участвовать, выбивать, конечно, скорые для, и для Кинешма, для Ивановской области в целом. Сейчас дал поручение правительству, чтобы подготовили мне полную потребность скорой помощи по всей Ивановской области. Ну а в целом впечатление от Кинешма, второй по величине город? Кинешма — это вообще уникальное место. И я сегодня с таким особым трепетом сюда приехал. Это фактически северная столица Ивановской области. Я пока видел только объекты, мы сейчас планируем, хочу просто по улицам прогуляться, посмотреть на город, потом мы встретимся с депутатами, поговорим. И в чем я точно уверен, то, что по Кинешме нам нужна такая особая программа, нам нужно видение, потому что так получилось, еще раз говорю, я не претендую на истину, конечно, но вот то, что мне рассказывают, то, что удалось прочитать, что как-то вот еще с советских времен как-то развитие Кинешма перестало быть динамичным, аккуратно так скажу. И такое уникальное место для всей России, на самом деле. Это такое историческое место. И здесь нам нужно его особым образом, особым образом осмыслить и вместе с жителями Кинешма выработать план действий, как мы себе видим. Я сейчас был в школе. Прекрасные дети, там глаза горят. Вот мы детям что скажем? Вот они закончат школу, пойдут учиться. Где они будут работать? Какие у них будут зарплаты? Мы сейчас уже должны как-то все понимать. Кинешма — уникальное место. Нужен такой особый, очень качественный, кропотливый подход.